Данная картина повествует о невозможной любви между Булутом и Элиф. Их разделяют разные социальные классы, между ними огромная пропасть, но несмотря на все это, судьба 20-летних Булута и Элиф соединяется. Но это еще не все. Есть кто-то третий, кто тянет Элиф обратно на свое место. В этом любовном треугольнике молодым людям придется много бороться за возможность быть вместе. Булут, с любовью глядя на Элиф, говорит: «Забудь свою боль, закрой глаза, каждый имеет право видеть прекрасные сны». Посмотреть очередную 10-ю серию турецкого сериала «Сон» на русском языке вы сможете уже после 24 сентября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!